У защищенных смартфонов есть недостаток – углубленные разъемы. Хоть это и не существенная проблема, но все же может возникнуть ситуация, когда нужно будет зарядить телефон, а своего шнура рядом не окажется, или еще хуже, он сломается. Я вам расскажу, как избавиться от этого недостатка. Есть такие переходники с удлиненным штекером microUSB, с помощью которых появляется возможность использовать обычные, неудлиненные штекеры. Я когда приобрел BlackView BV6000, первым делом подумал, что должна существовать подобная штука. И да, оказалось, заботливые китайцы это уже давно решили и наклепали кучу компактных переходников. Так что если вас беспокоит проблема углубленных разъемов, переходите по ссылке в описании к видео. Там вы сможете купить данные переходники. Все, надеюсь, я вам помог. Всем удачи!